Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сероде на ролеплей Центральный округ. У них здесь Кирилл под булови, не забывайте вводить мне в регистрации. Так как вы поняли, сегодня у нас, в принципе, новая серичка. Она будет посвящена вот этой замечательной машине, это Тесла. И я хочу на нее поставить какой-то винил. Ну или хотя бы посмотреть, потому что у меня денег не особо много, у меня есть миллион. Но вроде бы какой-то винил за миллион, я думаю, мы сможем поставить. Поэтому, пацаны, с вас обязательно лайки и не забывайте подписываться на канал. Ну что ж, погнали. Да уж, я не остановился перед лежащим полицейским, и тачка просто в хлам разбилась немножко. Но я думаю, это ничего страшного, мы уже подъезжаем, и сейчас будем смотреть, есть ли на нем винилы или нету. Все-таки надеюсь, что есть. Так, винилы и диски, да. И давайте посмотрим. Есть винилы, кстати, видите? 1 миллион винил стоит. 1,5 миллиона и, блин, ну почему? Просто этот винил Гуччи, он мне вообще как-то не нравится, серьезно, он какой-то непонятный. Чтобы винил отображался, корректно машина должна быть покрашена в белый цвет. И должен быть установлен модпак. Модпак у меня установлен, машина в белый цвет. Ну, хорошо. Давайте покрасим белый цвет. Пишем баллон 1.1 и красим ее в белый цвет. Блин, этот камуфляж понравился, у меня денег нету. Можно, конечно, винил Гуччи поставить, но, блин, как-то это зашкварно. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Так, винилы и диски выбираем обратно и убираем винил. Блин, а нельзя покрутить машину, да? Да ёб твою налево, ну я ж не хочу выезжать. Почему? Я хочу покрутить, и меня просто выкидывают из тюнинга. Блин, вот этот камуфляж неплохой, да этот тоже неплохой. Блин, такие же камуфляжи, по-моему, есть на Чирон. Или нет? Ну, такой, по-моему, точно есть на Чирон. Насчет этого не знаю. Гуччи. Блин, ну Гуччи. Ну, что делать, пацаны? Давайте поставим, ладно уже, потратим миллион. Все деньги сейчас сложу в машину. Хотя, стоп, давайте диски посмотрим. Какие есть диски? О, бибесики есть, 60 тысяч. Так, еще одни бибесики. О, хаманы есть, пацаны, бля. Сейчас бы все деньги вложить в машину. Ладно, пацаны, давайте вложимся, в принципе, тогда в эту тачку. Так, купить. Все, купил, диски. И давайте поставим, знаете что, хаманы внутри поставим. Во, все, вы успешно установили новые диски. Все, можно выезжать. Ох ты, ёпта, блядь. Не, ну блин, пацаны, да, я колхозник, но, пацаны, почему бы и нет, а? Зато выделяться будем. Ебать, колеса большие, хаманы, вообще. Жир просто. Так, давайте съездим, я ее починю, чтобы мы ее нормально посмотрели. Понимаете, пацаны, вот, 53 тысячи, это все мои деньги. Вот, посмотрите, я открываю эту хрень. Вот, смотрите, так, где тут банк есть? Банк. Деньги в банке. 2000 у меня всего лишь есть, поэтому сейчас мы едем на 8 бит, и нужно будет продать, у меня есть 2 бронзовые рулетки, потому что нужно за что-то платить. Нужно за что-то платить за дом, и нужно заправлять еще тачку будет, поэтому я думаю, это нам пригодится. Блять, не, ну выглядит она охуенно, честно говорю, мне нравится. Мне реально нравится, в принципе, внешне она симпатичная стала. Теперь выделяться будет, я думаю, так, набор и канистру, я думаю, купим, на всякий случай. А, кстати, да, мне нужно заправиться сейчас, у меня бензина там мало. Так, все, я заправился, тачку я не чинил, потому что... А, да, надо ее починить, видите, бампер шатается. Это из-за того, что внутри я зашел. Типа, она кажется не сломанной, но сейчас мы ее починим полностью, вот, репкар. Бля, выглядит на самом деле сочно, а? Конечно, я не люблю этот винил, я хотел бы, не знаю, либо камуфляж, либо космос, но денег у меня нет, поэтому, пацаны, выживаем как можем. Диски, кстати, вот эти хаманы ей идут очень, они такие еще здоровые просто. Бля, просто, мне реально нравится тачка, реально, очень нравится. Все, я ее передумал вообще продавать, пусть она пока что у меня будет. Я в нее вложил, пацаны, все свои деньги просто. Вот это я понимаю, блин. Люблю машину, блядь. Я вообще люблю машину. Я реально болею машинами. И для меня на сервере самое главное это машины, по сути. Да, это глупо, возможно, но так оно и есть. Мне реально нравятся тачки. Все, поехали на 8 бит, и там уже, я думаю, продолжим. Итак, вот я уже приехал. Ебучий случай. Вы просто посмотрите на это, пацаны. Это реально жестко. Просто смотрите. Трактор, блядь, на таких дисках. Это пиздец. Так, у меня забрали рулетки, но тыкву у меня еще никто не забирал. Ну, мне кажется, тыквы и так никто не купит, в принципе. У меня еще есть рыбы. Надо будет их продать, и что будет. И я думаю, будет все заебись. Так, все, я так понял, никто у меня больше ничего не купит, поэтому можно, в принципе, отсюда отчаливать. Купил я винил, давайте сейчас отъедем, еще подробнее его посмотрим. Ну что ж, вот так как теперь выглядит моя тачка. Блин, мне нравится, честно. Да, этот винил зашкварный, может колхозный, но, блин, выглядит довольно-таки класс. Серьезно, мне реально нравится, как она выглядит. Довольно-таки необычно и симпатично. Особенно диски такие здоровые, ей очень эти идут, хаманы. Прям реально годно выглядит. Ну что ж, я думаю, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, что возможно мне поснимать. Если мне понравится идея, я ее возьму и сниму об этом видео. Все, всем пока-пока. I was from the city, she was from the outside. I was from the north, she was from the south side. I looked in the mirror, I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.